Агния Барто, он был совсем один. И щенок был одинок, ему неприкаянно. И, наконец, решил щенок, найду себе хозяина. Потому что собаки всех пород с людьми уходят с ворот. С людьми побудем хочется. Зачем мне одиночество? В каком-то дворике пустом один остался с детства я. И стал щенок мечтать о том, как будет он вилять хвостом, хозяина приветствуя. И тот щенок пустился в путь. Бежал он за прохожими. Хоть спросил бы кто-нибудь, ты что такой встревоженный? Нет, здесь свои дела. На школьницу пошла. Пришли два длинных паренька. Никто не смотрит на щенка. Грустный, озабочен, бежит он вдоль обочины. Малыш в коляске катится. Малыш в пушистой платьице. Наверное, он возьмет щенка. Нет, он не хочет спать пока. Нет, щенка что-то есть. Щенок за ней, она в подъезд. Тоска напала на щенка. Догнал деда, старика. Но и у деда много дел. Он на щенка не поглядел. И так расстроился щенок, что он забыл отчаянно. Я одинок, я одинок. Не нахожу хозяина. Вдруг увидели щенка девочки, две Катеньки. Они зовут издалека. Иди сюда, кудлатенький. Она кричит, слеснув рукой, ты нужен мне как раз такой. Другая бросилась к нему, да лучше я тебя возьму. Кудлатенький, косматенький, его ласкают Катеньки. Объюхал девочек щенок, как завяжет отчаянно. Он сжать радость не мог, вдруг сразу два хозяина.